Мои верные соотечественники, мы пережили период отчаяния, какого еще не случалось в истории человечества. Мы прожили последние 5 лет с осознанием возможного исчезновения человечества. Наши родильные отделения сейчас пусты. Глобальный кризис фертильности истребил наши самые фундаментальные мечты. Наши усилия по решению этой загадки были неустанными. До сегодняшнего дня. Доктор Леннон, я работаю в Белом доме. Мы обе знаем, все кончено. Сколько яйцеклеток вы оплодотворили? 53. По окончании я ожидаю сотню жизнеспособных эмбрионов. Мы должны связаться с донорами яйцеклеток. Согласие уже получено. Решение принято. Вы должны обновить файл, прежде чем освободить его. Скажите мне, где мой сын? Если мы не восстановим доверие, правительство перестанет существовать. Ты сама во всем виновата. Не втягивай меня в кражу яйцеклеток. А не ее. Лотерея.